для тех, кто меня спрашивал, где реабилитационный центр. Вот я сегодня вернулась в воскресенье вечером, вернулась сюда, в Москву. Это у нас вечерний Арбат. Смотрите, во всей красе. Вот здание, в котором находится центр курортологии и реабилитации. В этом же здании Мариот. Вот я, вот эта дверь. Это вот и адрес виден. Новый Арбат, 32. Так что теперь вот я сюда сейчас иду и на всю неделю на процедуры. Будем оздоравливаться, выздоравливать и возвращаться к новой активной жизни. Вот такая она, вечерняя Москва. Очень даже ничего.